Тоскана – олицетворение Италии и ее сердца. Утро в Тоскане всегда спокойное и уединенное. Местные либо варят крепкий кофе, на аромат которого подтягиваются засони из соседних комнат, либо проводят время в кафе за утренние газеты и свежей выпечкой. Мы же после раннего завтрака отправляемся на прогулку, чтобы получше рассмотреть этот удивительный день. Вот так выглядят зрелые оливки, и в конце октября начинается сбор урожая. Просто иди и снимай, насколько я люблю осень. Одновременно может лежать роса и в кофточке жарко. Такое сочетание доступно только осенью, потому что летом солнце настолько интенсивное, что выжаривает всю влагу, которая только лежит на поверхности. Ни о какой росе идти речь не может. Кроме того, очень красиво. Здесь и следы животных, и грибы какие-то тебе растут, и какая-нибудь козявочка красивая ползает, такая растительность, там какие-то фрукты, там какие-то овощи, постоянно что-то растет. И ладно, где-нибудь за забором в частной собственности, но также они растут и вдоль дороги. Бывает, проезжаешь, а там большие зрелые гранаты растут, ягодки висят. Не думаю, что они съедобные, но очень красивые синие ягоды. И, в общем, вот настолько все колоритно, что просто разбегаются глаза и хочется снимать все-все-все подряд. Здравствуйте! Город Кьюзи был самым могущественным городом в эпоху этруссков, живших здесь с XI века до нашей эры. Сегодня центр Кьюзи – это соборная площадь. Вокруг нее собраны все значимые достопримечательности города и лавочки с товарами местного производства. Здесь на выбор гурмана – сыры, мясные продукты, такие как чинто сенезе, прошутто и кьянина, знаменитые тосканские вина, трюфели и трюфельное масло. Имея в арсенале качественные продукты, приходит вдохновение готовить вкусные обеды, творить и наслаждаться жизнью. Что надо сделать? Определить точность расположения второго этажа. Приходите, чипс, если на них фокус не навести. Друзья, когда сам организовываешь день рождения, ждешь его не меньше, чем дети. Тебя поздравляю с днем рождения, Гуси. Посмотри, все пришли. Друг несет подарок, сделанный своими руками. Супер, Матвей! Начинаем наш пикничок со скромного русского борща. У нас есть котелок с борщом, который я еле-еле довезла до сюда. Нашим ямкам и кочкам. Итальянцам понравился наш борщ, даже хоть и без сметаны. Сегодня шикарная погода. Thank you.
после всяких тортов и различных угощений будем играть. Держи, попал. Разыгрываем последнюю печеньку с пожеланием. На фоне этого шедеврального видео, друзья, я желаю вам хорошего вечера. Хорошего вечера и подписывайтесь на мой канал. Пока!